глядачам каналу «Студіо». Це програма «Громадський контроль». Говорити ми будемо сьогодні про сторіччя незалежності цілого ряду європейських країн, про їхні успіхи та досягнення. До нас сьогодні завітали надзвичайно поважні гості. Це посли Балтійських країн, яких я з радістю представляю. Насамперед, дуже величезне вам спасибі за те, що прийняли наше запрошення і прийшли до нас в ефір. Отже, сьогодні у нас у студії надзвичайний та повноважний посол Естонської Республіки Україні пан Герт Анцу. Надзвичайний та повноважний посол Литовської Республіки Україні пан Маріус Януконіс. Добрий день. Надзвичайний та повноважний посол Латвійської Республіки Україні пан Юрій Спойканц. Доброго дня. Ще раз велике вам спасибі. Ну і, власне, як вам Закарпаття? Наскільки я знаю, ви вже не вперше в нас і, сподіваюся, приїдете ще не раз. Це чудова, чудова частина України. Я тут другий раз і це дуже тепло тут у вас, так що непогано. Хочеться вірити, що не тільки погода в нас тепла, але й люди, правда? Думаю, що у вас унікальний регіон, який має багато що запропонувати і туристам, і підприємцям. Я думаю, цей потенціал дуже важливо використовувати, і також ваша географічна локація є дуже особлива, тому що воно дає всі можливості транскордонної співпраці. І що ви скажете про Закарпаття, як вам наш край? Я згоден також з колегами. Я вважаю, що Закарпаття має великий потенціал. Це частина європейської історії. І сьогодні, я б сказав, Закарпаття також повертається до Європи. Тому тут є багато можливостей для співпраці між нашими країнами та Закарпаття. І вважаю, що маємо дуже добре майбутнє. Якщо повернутися до столітньої історії, то цього року рівно 100 років минає з того часу, як свого роду парад незалежності країн Східної Європи. Так? На щастя, для країн Балтії це був успішний процес. Для України, можливо, на превелике нещастя, це завершилося катастрофою. Що ви скажете, чому країнам Балтії вдалося реалізувати таку можливість в 1918 році в Україні? На жаль, ні. Ну, що саме важне для Естонії? Мы все-таки одержали победу в войне против Советской России, в нашей войне за независимость. И можно немножко сравнить с 2014 годом в Украине. Мы потеряли больше, чем треть нашей территории агрессору. Но потом уже вошли в игру волонтеры, студенты, старшеклассники. И из-за их усилий мы смогли одержать победу и получать свою территорию обратно и укрепить нашу независимость. Тобто можемо провести якісь певні паралелі між тими роками, які були в країнах Балтії, в тому числі і зараз в Україні? Так виходить? Так. Так, прошу. Це був складний час, досить складний час. Я говорю про 18-й рік. І я думаю, в Україні він був навіть складніше. Тому що велика територія, великі сили, багато впливів. А Литва також, Литовська Рада, яка проголосила незалежність, вона теж мала маневрувати між великими силами. І я думаю, це було два аспекти важливі. Це наша рішучість і міжнародна обстановка. Для Латвии насколько важливой тоді була підтримка? Я думаю, что в то время, если смотреть, ну, мне кажется, что вот ситуация в Латвии, она была более, можно сказать, сложной, чем в Эстонии, например. Где-то, может быть, даже больше похоже с Украиной, потому что фактически сразу после декларации о независимости фактически началась борьба за контроль на территории. У нас в один момент фактически на территории Латвии находились 14 разных сил. И в результате, наверное, то, что нам получилось, в отличие от Украины в то время, фактически освободить территорию Латвии, победить также, условно, в смысле, практически у нас началась тоже гражданская война между те, которые поддерживали создание большевистского режима и так далее. То, что не удалось Украине фактически сохранить контроль над территорией. В вашем случае было вот эти внешние силы не дали вот этой возможности. И то, что может быть странно, но фактически первая страна, которая признала независимость Латвии, была Советская Россия. Это последствием вот уже мирного договора. То есть, когда у тебя есть территория, которую ты контролируешь, в этой ситуации тогда можно было говорить о практической независимости. Вот это нам удалось, конечно.
Ну так, але так розпорядилася історія, що в період радянської окупації все-таки не минув ваші країни, правда? Це 1940-й, 1991 роки. Ну і, власне, чи сприймали жителі ваших країн це як тимчасову окупацію? Тому що, якщо знову ж таки проводити паралелі з Україною, то не можна сказати, що в Україні була віра в те, в певного прошарку населення, так, що це тимчасова окупація і Радянський Союз незабаром закінчиться. Власне, ну починаємо з Латвії, добре тоді? Я думаю, що та потеря незалежності – це був, звісно, да, результат пакту, який був заключен між Совєтським Союзом і нацистською Германією в то время. И отношения тоже между странами Балтии не всегда было самым лучшим. То есть фактически мы в определенном смысле слова как-то полагались на свои силы. И в этой ситуации фактически автоматически, если есть угроза независимости, например, Эстонии и Литвы, это автоматически означает фактически угрозу независимости Латвии. Конечно, то, что случилось в период с 40-го где-то до 49-го года, я тут бы выделил, во-первых, конечно, это результаты Второй мировой войны, включая Холокост. Это депортация 41-49 года, это сильнейшая миграция, то есть фактически людской потенциал, который мы потеряли. Сегодня число жителей Латвии фактически сопоставимо с числом жителей в царском времени, в 13 году, где-то около 2 миллионов. И понятно, что дольше тревала вот советская оккупация. Конечно, в этот момент, я думаю, где-то в 85 году, если бы кто-то сказал, что через 6 лет мы опять сможем восстановить независимость, то, что там у людях, может быть, было в сердце, в 85 году ожидать это было очень-очень трудно. То есть в этой ситуации, конечно, когда была первая возможность нам вырваться из Союза, это появилось где-то в 87 году, появились уже первые политические акции, мы, конечно, это использовали как возможность. То есть оказалось, что даже в какой-то спячке, когда есть возможность мобилизовать силы, мы смогли все мобилизоваться. Звичайно, що це все не давалося безкровно, не давалося без жертв. Так, ми всі пам'ятаємо ці трагічні події початку 90-х років, які відбувалися. Але вже в ті часи ще в радянські. Якщо повертатися, завжди говорили, що країни Балтії вони відрізняються від іншої частини Радянського Союзу, насамперед своєю ментальністю. Ну і власне, якщо продовжити цей період окупації, то в Естонії чи була віра в те, що все-таки він закінчиться? Чи ви якось спільно діяли, вірили? Я думаю, віра була, може бути, до 60-х років. Після того вже було довольно-таки трудно реалистически верить в восстановление независимости. Но с другой стороны, надо было адаптироваться, конечно, иметь детей, жениться, работать и так далее. Но в то же время мы никогда не считали, скажем, там, советских героев своими или советских спортивных команд, например. Это все-таки было не свое. И я согласен с Юрисом, что когда впервые появилась такая надежда, это уже, наверное, не было и сомнений, что мы вновь станем независимыми. Что отличало нас от других, даже от Латвии и Литвы, и, конечно, от Украины, это то, что уже в 70-х годов наши люди смогли посмотреть финское телевидение. Так что мы видели, как живется на Западе. Нормальные там новости, фильмы Джеймс Бонда. Так что трудно было верить в советскую пропаганду, как они говорили про жизнь в Советском Союзе. Чи не змінили роки окупації ментальність людей? Ментальність власне місцевого населення? Я полностью согласен с моими коллегами, то, что мы говорили про этот период. Я могу только добавить то, что, конечно, любая оккупация, она меняет ментальность людей, но важно некоторые вещи. Я думаю, как коллега Герц сказал, может быть, мы не знали, когда точно может прийти свобода, и когда наступит этот момент, когда мы можем опять сможем говорить о независимости. Но у всех была очень сильная память о независимой Литве. И когда я учился в школе, например, дети между собой тихо говорили, что у них есть деньги независимой республики, есть почтовые марки. Мы все знали, что наши родители или родственники были депортированы в Сибирь, у кого-то были родственники партизанами, резистенция продолжалась очень долго, партизанская в балтийских странах до 50-го года примерно.
и дольше. То, поэтому я думаю, что эта традиция независимого государства до 40-го года и эта вера, она потом сыграла роль в конце 80-х и начале 90-х. Ви знаєте, десь в певних моментах історії Балтійських країн перегукується із Закарпатською, тому що фактично радянська влада встановлена була вже після закінчення Другої світової війни. І тому, ось як ви кажете, наші діти так само їздили на той же Донбас, на маленькі роботи і так далі, і так далі. Тому теж ця пам'ять, вона дуже добре живе і в Закарпатті. Власне, якщо ми перейдемо вже до етапу становлення незалежності, ви зараз є одним із найуспішніших країн, які найбільш динамічно розвиваються, так? Які процеси були основними, які дозволили вийти на цю успішність, як політично, так і економічно? Тому що Україна зараз протягом 27 років незалежності, вона завжди в пошуку. І хочеться вірити, що нарешті ми свій шлях знаходимо. Прошу. Дві речі, думаю. Во-первых, така воля стати опять же нормальним. І для нас це було абсолютно очевидно, що все, що було в совєтське время, це совєтська система, це неправильно. І возврат к нормальности, возврат в Европу. Это там все были согласны, что это единственная для нас возможность. И реформы в Эстонии были сделаны очень-очень быстро. Уже в самом начале 90-х годов, за два года правительства Мартин Ларен, почти все возможные реформы были сделаны, такая шок-терапия. Но в то же время, конечно, было очень много проблем. Люди видели только реформы, но не результаты реформ. Так что это популярность правительства была практически нулевым в конце. Но все-таки люди сделали то, что надо было сделать. Пане Юрисе, насколько складно був цей період шокової терапії, так? Ну, несомненно, что начало 90-х было очень трудным процессом. Фактически происходила перестройка всей системы, и понятно, что первые годы были очень-очень трудными. Мне кажется, то, что сильно отличало балтийские страны от Украины, было то, что Гарт уже правильно сказал, было вот лозунг повернення до Европы, вот возвратиться в Европу. И было даже, вот когда была борьба за независимость, у нас тоже говорили лучше боссами, но независимыми. То есть фактически никто не хотел оставаться в Советском Союзе, то есть никакие там посылы или там какие-то предложения об экономическом сотрудничестве, они не встречали поддержку. И с другой стороны, я, конечно, согласен тоже с Гертом в том, что Эстония проводила, может быть, реформу более амбициозно в начале 90-х годов, которая дала уже плоды немножко уже потом попозже. Но понятно, что становление, вот с начала 90-х годов, это введение национальной валюты или восстановление национальной валюты, мы пришли обратно, например, к лату. Понятно, что жизненный уровень с самого начала сильно упал. Но мы хорошо понимали, что это с одной стороны временно, а с другой стороны была цель. Поэтому вот мы уже в середине 90-х годов, и тоже учитывая, конечно, негативный опыт 40-го года, мы сразу сами себе сказали, что мы возвращаемся в Европу, то есть вступление в Европейский Союз и НАТО – это наш приоритет. И то есть, несмотря на эти экономические трудности, мы были готовы терпеть. И то есть вот то, что, мне кажется, очень отличало нас, что несмотря на все трудности, мы от своего курса не отходили. Пане Марусе, наскільки добрим може бути досвід, зокрема, і вашої країни для України? Ну, я думаю, в этом плані всі три наші країни дуже схожі, як ми проходили цей путь, тому що перше, це була політична воля, яка була єдиною, і ми ніколи не сумнівалися, що основними цілями є членство в ЄС і в НАТО. Мінялись правительства, мінялись парламенти, но эту цель ніхто не ставив під вопрос, і ми знали, що ми станемо членами Європейського Союзу, коли зробимо определенні реформи. І ми двигались, Європа нам допомагала, а ми бачили перед собою цель конкретну. І ми йшли вперед. Ми іноді в Литві шутимо, що каждый литовец всегда стремился догнать Эстонию, и это нас тоже двигало вперед и в результате помогло. Да, а я думаю, весь такой наш опыт поэтому и полезен для Украины, потому что в нашем пути тоже были и проблемы, и ошибки, и мы можем Украине рассказать, как это нужно делать, какие ошибки не нужно совершать, просто и как
как общаться с Евросоюзом, потому что вначале мы сами не знали, как работает эта структура, что она требует, что можно договариваться, о чем нельзя. И я думаю, наши такие советы очень полезны Украине. И что вы скажете Украине, какие помилки не варто здійснювати, як говорити з Євросоюзом? Поділіться секретом для наших глядачів. Ну, я би все-таки сказав, що легче робити як це, хвост собаки, скажуть так, так на русскому теж, один раз, чим, скажімо, 10 разів. Так що все-таки зробити реформи як можна швидше, це трудно, але все одно легче, ніж робити це в більш длительне время. Ну, як ви згадали, що має бути шокова терапія, яка одразу принесе результат. Ну і не можу вас не запитати. Звичайно, що час від часу з'являється, особливо в російськомовній пресі, дуже багато про, скажімо так, протистояння. Як вдалося вам зберегти цілісність, так? Тому що кількість населення все-таки російськомовна величезна у ваших країнах після окупації, особливо так, як прийнято її зараз називати, після радянського режиму. Як ви протистояли цим всім процесам? Адже ми бачимо, що Україна, якщо провести паралелі, так постійно піднімається і питання мови, і, так би мовити, захисту меншини, так, ну що і, власне, маємо війну на Донбасі і багато цих речей. Ну, традиційно, мені кажется, більше всього представителей етнічних меншин завжди було в Латвії. Це було також і до Второї мірової війни. Звісно, після вже окупації у нас фактично, ну, число латышей і не латышей вирівнялось десь около 50-50, з небольшим, може бути, процентом. Но в цілому, коли конечно, когда Латвия решила идти путем Европейского Союза и НАТО, но в целом, конечно, необходима была поддержка также политической и экономической элиты, которые очень часто составляли тоже люди не латышского происхождения. То есть, в целом, это был все-таки общий настрой в отношении Европы. И, во-вторых, мы, когда проводили референдум по поводу вступления в Европейский Союз, точно так же абсолютное большинство граждан Латвии тоже проголосовали за Европейский Союз. То есть фактически, что соотносительно Европейского Союза, инициатива, конечно, находилась сильно в руках латвийского правительства и парламента. То есть в этом смысле не было очень больших дискуссий по поводу каких-то альтернативных путей. Если там в начале 90-х годов мелькал немножко там вопрос нейтралитета, потому что очень популярно выглядело вот там Швеция, Финляндия и так далее, наша геополитическая ситуация доказала, и опыт 40-го года, что фактически ни Латвия, ни Литва, ни Эстония не могут быть нейтральными странами. То есть в этой ситуации, ну, не было, как бы сказать, очень другой альтернативы, которую можно было в этот момент предложить. Какой есть сейчас политическая конфигурация у парламентов ваших стран? У нас сейчас в парламенте большинство имеет коалиция, которая составляет партии зеленых и крестьян и социал-демократов. И партия социал-демократов – это такая новая ситуация в литовской политике, потому что партия зеленых и крестьян, она никогда не была партией с большим рейтингом, с большим количеством мест в парламенте. Но сейчас они стали силой. И вот такая конфигурация, но это никак не влияет на внешнюю политику, как я говорил, стратегические приоритеты остаются те же самые, даже и все внутренние стратегические приоритеты остаются те же самые. Недавно все партии достигли согласия, что нужно еще увеличивать бюджет на оборону, который сейчас достиг 2%, как рекомендуется НАТО, и он будет еще повышаться. У Естонії, у Латвії яка справа? Чи опозиція і більшість підтримують один одного? Чи знаходять вони конструктивний діалог у ключових питаннях, так, розвитку України? Про це ми вже неодноразово чули сьогодні, що, власне, є співпраця, очевидно. Ну, есть и сотрудничество, но в то же время это роль оппозиции критиковать правительство и быть против идей правительства, иметь свои идеи о будущем страны. Да, это вполне нормально. Но что нас отличает, нас всех от Украины, это, конечно, то, что у нас все-таки партии идеологические, либеральные, консервативные, социал-демократы, а не такие, больше, скажем, персональные блоки. И иногда выигрывают одни, в другой раз другие, кто-то в оппозиции и станет тогда уже у власти. Я думаю, что
система в целом очень хорошо работает в последние 27 лет. Ну, у нас только что были выборы, то есть сейчас в парламенте находятся 7 партий, ну и процесс создания правительства был и, наверное, будет очень-очень сложным. Но я думаю, что мы уже перешли вот ту черту, где даже факт, ну, я надеюсь, что у нас будет правительство какое-то обозримой перспективе, но даже если бы, ну, теоретически не было бы правительства полгода, это не означает, что страна останавливается. То есть страна продолжает функционировать. Я думаю, это уже первое такое большое достижение. Второе, у нас, конечно, представлен очень большой спектр на сегодняшний день, который отражает общие европейские тенденции. То есть партии с очень простыми решениями, есть партия, которую больше поддерживают представители этнических меньшинств. Но в целом, вот я тут соглашусь, конечно, со своими коллегами, касательно, мне кажется, общих приоритетов внешней политики, там, касательно обороны, укрепления роли Европейского Союза, даже та партия, которая сегодня поддерживается, может быть, больше не латышами, ну, они никогда не оспаривали наше членство в Европейском Союзе и НАТО. То есть в Украине ситуация есть такая, что у вас есть, например, соглашение об ассоциации, очень важный документ, который, и тут Мариус говорил, и Гет говорил, который, конечно, нужно как-то ввести в жизнь. А у вас очень часто происходят дискуссии, что вот это было ошибочно подписывать соглашение об ассоциации, хотя уже, как бы сказать, поезд ушел. То есть тут есть вопрос вот определения, или определяемся, идем так, и тогда рухаемся вперед. Потому что нельзя пересматривать приоритеты каждые 2-3 года, исходя из подписанного какого-то соглашения. Чесно кажучи, дуже б не хотілося, якби, як ви кажете, змінилися пріоритети, так, і якщо країна взяла вже курс на Європу, то щоб ми вже там були не тільки на словах, а й на ділі. Величезне значення в цьому має безпека. Чи змінилось якось ставлення ваше до фінансування оборони, в тому числі після подій в Україні 2014 року? Тому що є у вас негативний досвід 40-х років. В Україні є досвід 18-го року, є досвід 41-го року. Ну, складний період історії, так? Чи порозуміли ви про те, що, ну, очевидно, судячи з підтримки, ви розумієте про те, що треба зміцнювати оборону, співпрацю, стратегічне партнерство? Я уже немножко ответил на этот вопрос, как мы постепенно увеличиваем, как Литва увеличивает расходы на оборону, но я думаю, 2014 год изменил мышление не только у нас, но и во всей Европе, и в мире. И он просто изменил геополитическую ситуацию Европы. И, конечно, все поняли, что нужно серьезно заняться обороной, и даже члены НАТО, которые есть частью мощного, большого военно-политического альянса, они тоже оказалось, что они недостаточно финансируют оборону. И это бы было очень кардинальное изменение в мышлении, которое сейчас поменялось. Да, но я бы даже сказал, это не только 2014 год, но и 2008 год агрессии России против Грузии. Да. И мы уже много лет тратим более 2% ВВП на оборону. Но, конечно, после событий в Украине все больше думаем о гибридных угроз и, конечно, еще больше сотрудничаем с другими странами НАТО. И все очень, для всех это возможная угроза, это очень серьезная вещь. Ну, власне, Естонію часто ставлять приклад по захисту щодо кібербезпеки, так? Навіть канцлер Німеччини Ангела Меркель приводить приклад вашу країну як одну з кращих в цьому плані. Як вам вдалося цього досягти? Що стосується кібербезпеки, то ми отримали такий швидкий старт уже в 2007 році, коли була перша, мабуть, в світі така государственна кібератака проти однієї країни. Но, с другой стороны, это все-таки, что интересует, скажем, немцев, это не наша кибероборона, но наше электронное управление. И в этом смысле, да, мы один из самых развитых в мире. У нас почти все можно сделать через интернет, только для заключения брака надо присутствовать лично. Наши, вот так. Да, и чтобы купить или продавать недвижимость. Но, например, голосовать на парламентских выборах, это
одна треть избирателей это делает через интернет у себя дома или на работе. Почти что все можно делать через интернет, и это уже лет 15 у нас так. Так что да, есть нам чем гордиться. Ну, насправді є чим, тому що проводити вибори через інтернет в Україні поки що це така трошки, сподіваємось, не дуже, але перспектива, так? Що ви скажете про наскільки важливо є в вашій країні захист території, захист, ну, зараз бачимо, гібридна війна триває, так? Ну, тут мало додати, що вже колеги говорили. Да, в Естонії 2%, важливість 2% поняли много раніше. А в Латвії, можна сказати так, що, звісно, 2014 рік був поворотним роком в этой ситуации, и понятно, что ощущение вот той нестабильности, потому что все-таки мы очень близко находимся, оно стало как бы более, мы более лучше поняли ситуацию, и на сегодняшний день, конечно, все, что касается вопросов обороны, безопасности, учитывая исторический опыт, несомненно, это практически приоритет номер один. Про гибридные угрозы тут уже Гер тоже затронул. Понятно, что на сегодняшний день есть определенные силы, которую стараются все-таки изобразить вот картину или внешнеполитическую, внутриполитическую, ну, очень странным образом. И понятно, что на сегодняшний день вот, во время интернета, когда очень много разного рода информации, несомненно, все-таки очень важно, чтобы общество более-менее были сплоченными, чтобы все-таки не наносились какие-то определенные ссоры, то есть противодействие вот этим угрозам, когда стараются навязать какую-то свою точку зрения, будь это конфликт в Украине или конфликт, например, в Сирии. Понятно, что это сегодня очень-очень большой вызов. Это не только для нас, но и для стран Центральной Европы, Западной Европы, несомненно. Якщо говорити, власне, про безпеку, про гібридну війну, дуже багато говориться про вивчення мов національних меншин. Може, на перший погляд здатися так, що це якби не пов'язані речі, але, власне, який досвід ви передали Україні в цьому плані? Вашій країні. Зокрема, навчання російськомовних дітей, так, які народились в російськомовних сім'ях. Как вы решаете эти вопросы? Ну, я могу сказать с литовской перспективы, что эти вопросы, которые сейчас поднимаются в связи с новым принятым законом об образовании в Украине, нам тоже известны, нам тоже знакомы, потому что мы тоже сталкиваемся с образованием национальных меньшинств. У нас есть и польские, и русские школы. И в целом украинский закон, он европейский, он отвечает европейскому духу и европейским нормам, но нужно признать, что в Европе нет единых стандартов образования национальных меньшинств. Но, конечно, всегда надо искать баланс. То есть, я думаю, Украина должна продолжать диалог с национальными меньшинствами, чтобы этот закон был воплощен в жизнь, ну, как можно безболезненно. Но, в принципе, этот закон, я думаю, очень большой шаг вперед Украине. Еще, так, прошу. Ну, это, конечно, очень важно для меньшинств сохранить свои традиции, язык, но культуру, но в то же время все-таки и важно знать государственный язык, иначе у людей не будет перспектив на рабочем рынке, например, и мы это видим в Эстонии тоже. Все-таки, чтобы получать хорошую работу, но просто надо знать эстонский язык, и это значит, что надо большего внимания на эстонский язык в школах. Иначе государство не может нормально функционировать. Без володіння державної мови, звичайно. Ну і таке, власне, питання до вас про те, що зараз в Україні велика проблема – це є рівень депопуляції. Так? Відтік населення, можливо, якщо брати порівняно з початком 90-х років і зараз, чи є така проблема у ваших країнах і що, власне, ваші уряди роблять для того, аби зупинити ці всі ризики? Проблеми, несумніно, существують. И будучи членом Европейского Союза, при открытых границах, понятно, что население, определенные круги, которые хотят жить лучше, конечно, они ищут возможности определенной иммиграции. То есть в этой ситуации, пока жизненный уровень, например, той же самой Латвии, отличается все-таки от уровня жизни в западноевропейских странах, я думаю, что эмиграция, к сожалению, будет продолжаться. С другой стороны, то, что я вижу последние годы, например, той же самой Латвии, но все-таки прирост экономики, увеличение зарплат,
на сегодняшний день все-таки можно видеть, что эта эмиграция немножко начинает идти вниз, и появляется следующая проблема – нехватка рабочей силы при развитии экономики. Но то, что необходимо, конечно, продолжать, это улучшение, несомненно, экономической ситуации самих граждан. И я думаю, что посредством улучшения экономической ситуации эмиграция становится само собой. Я даже думаю, на сегодняшний день, вот я думаю, во всех балтийских странах, наверное, уже более существенный вопрос в одной перспективе будет, а что делать вот с той возможной иммиграцией? Потому что очень разные подходы, то же самое Латвии, среди политических сил. Или либерализовать рынок, или нет. Потому что это будет означать опять какие-то определенные изменения в обществе и так далее. И то, что сегодня, например, происходит тоже в Украине, это объективный процесс, который, ну, фактически никак невозможно остановить. И живя на одном континенте, и фактически, когда у тебя есть альтернативы, возможности поехать работать, пока ситуация не будет выравниваться между разными регионами, и это самая главная все-таки тоже цель политики кохезии Европейского Союза, все-таки выравнивание уровня жизни между регионами, оно будет продолжаться. Это, несомненно, болезненно, но это, к сожалению, объективный процесс. Тобто рецепт – благоустрій життя населення, підняття рівня населення. На превеликий жаль, час нашого ефіру спливає. Що скажете закарпатцям, що скажете українцям? Будь ласка. Я могу сказать закарпатцам, что они живут в прекрасном регионе, они являются частью Европы, они европейцы, они должны использовать все возможности, которые им дает близость Европы, и также любить свою страну и быть патриотами Украины. Дякуємо. Пан Герт. Мы, конечно, видим, что здесь живут гостеприимные люди, так что я очень надеюсь, что люди из наших стран открывают для себя тоже эту область. Пан Юрис. В целом нужно набраться терпения, что путь к благосостоянию, путь к Европейскому Союзу, наверное, займет больше времени, чем вы сами ожидали. Ну, але віримо в те, що все буде добре. Я дякую вам за те, що ви прийшли до нас в ефір. Нашим глядачам я нагадую, віримо, все у нас буде добре. Гостями програми сьогодні були посли балтійських країн. Тримаємося. Все у нас буде добре.